Здравствуйте, дорогие друзья, приветствую вас в GMT. Меня зовут Юрий Азаровский. Сегодня мы с вами посмотрим кривой проход к морю. С левой стороны от меня находится Фея 3. Здесь также рядышком курортный отель Олимп и Олимпийская деревня. Я думаю, что на этом проходе очень многие бывали, хотя он выглядит не особо презентабельно. Кипит во всю жизнь, людей очень много. Но самое важное, почему я сегодня сюда пришел, здесь открылась секретная столовая. Но это будет отдельное видео, либо трансляция, посмотрим попозже. Сейчас мы отправляемся с вами к морю. Сюда приехать можно на 128-114 маршрут. У нас, правда, пробки. Из-за того, что машин очень много, можете видеть, везде каждая дырка забита машинами. Там с правой стороны находится остановочка. Но здесь, где остановят, там и выйдете. Потому что официальной остановки с этой стороны в этом районе нет. Она находится туда очень далеко. Ролеты можете видеть, что практически никакие не работают. Но все равно и магазинчик вот с левой стороны там есть, где покушать. Фастфуды, фрукты, овощи продают здесь также в больших количествах. Елену Павловну Казакову хочу поздравить с днем рождения. И ее сын Павел присоединяется к этому. Желаем вам счастья, здоровья, долгих лет жизни, почаще приездов на море, чтобы это был самый короткий отпуск в этом году в вашей жизни, чтобы случались с вашей семьей самые великолепные моменты. Но самое главное, чтобы вам позитив был доступен отовсюду в неограниченных количествах. Долгих лет вам в жизни. С приветом к вам. Юрий Азаровский из города-курорта Анапы. И поздравляю вас с днем рождения от души. Год с вами не виделся. Скажите, почем у вас? Что интересно? Вообще все, от виноград начинаем, пробежимся. По 180-200, по хорошему. Груша? Груша 200 рублей. Армянский абрикос? Абрикос, это 150. Вот эти абрикос? Нектарин? Остальные все по 150. Все по 150. Борщевой набор, капуста? Капуста 40, картошка 40, есть по 30 мелкие. Ага. Огурцы? Помидор 100. А вот такой вот мелкий черри? Черри 150. Вот сливы? По 80, это 150. Отлично. Яблочки? Яблочки 70 рублей. Ага, картошку рассказали. Арбузики? Арбузики это 20 рублей. Понял. Дынька? Дынька 60. Как вам в этом году сезон? Чуть сладкий, ничего делать. В прошлом году потом, в этом году маленький сезон. Хорошо работать, спасибо. Мы в это верим, самое главное, живы. Ну, идем дальше, друзья. То есть, видите, люди торгуют. В прошлом году я тут был часто, особенно когда был потоп, следили за ситуацией. Сейчас вот бывает здесь крайне редко, но тоже бываем. Поэтому все отлично. Вот, пожалуйста, завтраки, блинчики, первые блюда предлагают, если ели где-то в остеокафон. Хорошее. Потихонечку. Живем, самое главное. Шашлычок можно увидеть, что почем стоит. И акция свинина по 89 рублей. У ребят, вот они, дюны золотые. С той стороны находится Лукоморье. Если вдруг кто отдыхал, также пишите ваши отзывы. В прошлом году сами тоже справились с подтопом. Все уже переготовили. Теперь у них называется курортный комплекс Веста, курортный комплекс Заря. Понтос Фэмили Ресорт. Прикольная такая тема. По проходу отправляемся дальше. Как вы заметили, тут лево-право, право-лево. Именно поэтому этот проход и зовется Кривой. У нас, потому что столько поворотов, чтобы обойти все эти базы, это прям что зачем-то здесь. Вот вы можете видеть, что ролеты функционируют, торговля идет бойко, люди возле каждого практически стоят, и кукурузу, допустим, можно по 50 взять. Здесь прям и полотенчики, и значки, и наклейки, и маечки. Вот самое главное на месте, самый лучший ларек, самый вкусный мохито. Как оно в этом году? Вот единственный человек, которого в этом году встретил, говорит, отлично все. Отлично, дай бог, чтобы у вас так и было. Лучший мохито, приходите, ребята. Тоже очень много товаров курортного ассортимента. Много лет назад, еще до пандемии, тут можно было сходить в этот комплекс покушать. Работала столовая общая, сейчас, конечно, тут уже только для своих. Ну, играет музычка, я смотрю, там люди отдыхают на бассейнчике, бар у них там. Ничего так, сверху заглянем, я к ним думаю, посмотрим, как дела. И вот тут начинается самое интересное, друзья. То есть разрисованы как гетто, проход к морю, но лежат настил. И самое интересное, что здесь мы идем в пляж, допустим, курортный отель Олимп, у которого там достаточно звезд, и нормально стоит проживание. Вот хотя бы уже стены покрасили, не знаю, для людей. Ну вот так вот гуськом проходим. Вот сейчас вы видите, что если впереди кто-то встречается, тут уже люди особо не помещаются, приходится идти на песочек. Узенько, ну так сказать, по-русски, классно, душевно. Можно с кем-то познакомиться, забухать в этом проходе просто на
нас водиться по полной программе. Виляешь среди деревьев, вот смотрите, впереди меня сейчас так. Вот, оп, пролез такой красавчик. Это чтобы проверяешь, достаточно ли ты трез, чтобы идти на пляж. Врезался куда-то? Нет, сразу разворачивайся. Я сейчас еще 1000 вариантов использования этого прохода придумаю, пока до пляжа дойду. Можно вниз спуститься, можно так через дюны немножечко перейти. Вот буду здесь на торговле, бывает еще косички плетут, движуха тоже полная идет. А еще тут раньше продавали пирожки, но в этом году их нет. Давно здесь не было, попадаем в сторону заборов. Короче, все попилено. Кстати, по вот этим вот татушкам, ребятки, уточняйте конечную стоимость. Есть те, кто рисует как бы от души, все это прям всем нравится, красиво, по деньгам нормально. А есть те, кто прям за рисунок берет очень много денег. Поэтому спросите конечную стоимость услуги и не платите больше, чем вы договорились. Мы выходим на пляж. И, ну, прям на заборов много. Ну, там волейболы люди играют. То есть все попилили, как только могли. Тем более в этом году пляжи по аренде очень дорогие. И я думаю, что-то прям заработал нормально. Здесь вот прям за отсутствие туалета обсыкает прям забор. Прям здесь. Это наше лето. Прям не вижу туалета. Свободного в доступе. Что сказать? Печально, да? Вот она, российская действительность. Вот тут попрыгать можно. Это курортный отель «Олимп», территория. Сегодня тут проверка, походу, какая-то. У меня эти бары не работают. Здравствуйте, как отдыхается? Дай бог, чтобы так и было. Лайк. Зонтики даже в этом году не навесы. Мусорки есть, но не сдали особо в аренду. Мы спросим, почем стоимость здесь. Девочки говорят, что снять лежачок здесь за 300 рублей можно. То есть ценник, в принципе, себе комфортный. Людей здесь очень много. Это тот самый джим-отель. Ну, места свободные есть. Самое главное, не случилось то, чего я боялся. Мне прибило всю эту муть и грязь сюда, к берегу. Я протащила в обратную сторону. И береговая линия здесь стала классная.
температура воздуха, дорогие мои, в GMT 34,3. Показывает, это мы к морю подошли, так как заработал запад, с моря бывает такой более прохладная водичка. И сейчас мы с вами замерим температуру самого моря. Море, ну, сказать, что шикарное сейчас, ничего не сказать. Это надо видеть, ребятки. Посмотрите, какая красота. И посмотрите на берега. Наш любимый отдыхающий, всех позанимали. Людей очень много, и море сейчас здесь прям нереально классно привлекает всех людей на отдых. Согласитесь, это очень круто выглядит. Здравствуйте, как зовут? Артем. И Елена. Калуга. Как вам отдыхается в этом году? Отлично. Это самое главное. Кому-нибудь привет? Привет всей Калуге, привет всем, кто смотрит, Юру Азаровского. Спасибо. Вот. Желаем процветания, Юре, и дальнейшего радовать нас такими же хорошими видео. От души, ребят, спасибо. Хорошего отдыха вам. Я думаю, что вы сегодня посмотрели, как выглядит настоящий шикарный пляж. Температура водички 29 градусов. Просто бессмысленно замерять. Вода просто парное молоко. Слишком даже теплое море. Выглядит, сказать, что классно, но ничего не сказать, потому что краски просто восхитительные. Так что ваше желание, ваши, говорится, возможности пускай совпадают, и вы могли сюда приехать на отдых. С вами был Юрий Заровский. Не забывайте лайкосик под видосик. Ну, и всем самого лучшего настроения. Пока-пока.